Прежде чем приступим к разбору, скажу то, что исполнение данной песни вы сможете найти на сайте guitarlesson.ru. Также вы сможете найти там и аккорды, тексты, схемы боев, переборов, таблатуры. Поэтому переходите на сайт guitarlesson.ru, в раздел «Видеоразборы», ищите нужную вам песню. Вначале будет идти кавер, то есть исполнение данной песни. Под ним будет данное видео, то есть разбор. А под разбором тексты, аккорды, схемы боев, табулатуры. Поэтому переходите на сайт guitarlesson.ru, учитесь играть на гитаре. Ну а сейчас смотрим разбор. Итак, как же играется песня «Половинка»? Песня очень красивая, очень популярная. Здесь играются все аккорды баре, то есть берут все аккорды баре. Если вы не можете брать аккорды баре, то переходите на сайт guitarlesson.ru, в раздел «Видеокурс». Там выложены уроки в онлайне, и проходите их, пока не пройдете все до конца. Потому что в этой песне используются, во-первых, все аккорды баре, а во-вторых, еще они берутся и в разных позициях. Вам это все нужно освоить. Итак, давайте приступим теперь к самой песне. Какие вы встретите здесь аккорды? Как я уже сказал, все аккорды баре. Это у нас ДМ, АДС, F и аккорд А. Как ставятся эти аккорды? Первый аккорд — это у нас аккорд ДМ. На пятом ладу зажимаем мы указательным пальцем все струны. На шестом ладу вторым пальцем зажимаем вторую струну. На седьмом ладу третьим пальцем зажимаем четвертую струну. И на седьмом ладу четвертым пальцем зажимаем третью струну. Аккорд ДМ баре. Дальше аккорд идет А диез. Давайте рассмотрим пока аккорд А. Вот эту всю конструкцию мы перемещаем на одну струну вверх. То есть указательный палец также остается зажимать у нас все струны на пятом ладу, а вот всю эту конструкцию, все пальцы на одну струну вверх. Вот. Это и есть аккорд А баре. Теперь аккорд А диез. Диез — это значит повышение на полтона. И поэтому мы с вами вот эту всю конструкцию перемещаем на один лад. Это у нас вот сюда. А диез. Аккорд А. А диез. Соответственно, здесь вы ничего не меняете. Просто перемещаете на один лад. И последний аккорд. Скорее всего, его все знают уже, но давайте еще раз его я вам расскажу, как брать. Это аккорд F. Указательным пальцем на первом ладу зажимаете все струны. На втором ладу вторым пальцем зажимаете третью струну. На третьем ладу третьим пальцем зажимаете пятую струну. И на третьем ладу четвертым пальцем зажимаете четвертую струну. Аккорд F. Еще раз, какие здесь встретятся аккорды? Это аккорд ДМ, А диез, аккорд F и аккорд А. Всего 4 аккорда вам достаточно запомнить, и вы уже сможете сыграть эту песню. Итак, с аккордами мы с вами разобрались. Теперь давайте переступим к элементам игры, то есть на правую руку. Начинаем играть с небольшого вступления. Берем аккорд ДМ и играем. По схеме 5-4-3-4. То есть пятый бас дергаете большим пальцем, указательным пальцем дергаете четвертую струну и вторым пальцем дергаете третью струну. 5-4-3-4. Сыграли один раз. Дальше переходим на аккорд А диез. Играем. 6. 4 уже. 5.
4. Еще раз. 6, 4, 5, 4. Здесь мы играли 5, 4, 3, 4. То есть по порядку шли. А здесь уже играем 6, 4, 5, 4. Вот что у нас получилось. Один раз все играем. Дальше АДС сыграли. Дальше переходим на аккорд F. Играем дальше все по порядку. 6, 5, 4, 5. Тоже один раз сыграли. Дальше ставим аккорд А. На пятом ладу. То же самое. 6, 5, 4, 5. То есть вот этот перебор, который играет с правой рукой, здесь участвуют только три пальца. У нас большой палец, указательный и средний палец. Остальные пальцы не участвуют. Итак, что у нас в итоге получилось? Вот эту схему, эти четыре аккорда, вы прокручиваете два раза. Вот раз и еще раз. И начинаете петь. Так, давайте, чтобы вы поняли, что как играется и поется, я спою вам ее и сыграю медленно. Под огромной луной темный лес укрывал нас зеленый лист твой. Я тебя целовал у ночного огня. Я тебе подарил. Вот до этого места играется так. Дальше играется боем. Я тебе подарил. Ставите аккорд F и дальше играйте боем. Схема боя. Вниз, 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 вверх, 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 вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, 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 вверх, 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 вниз, вверх, вниз, вверх. Так звучать. Можете с боем экспериментировать, не обязательно в точности повторять этот бой. Главное, чтобы вы укладывались в такт. То есть можете играть как вниз, вниз, вниз. И вот когда у нас идет три раза вверх, можете играть там вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, как вам уже понравится. Также здесь на эту одну схему играется два аккорда. И допустим на аккорд F вниз, вниз. И как только вот третий раз вниз-вверх, мы уже переходим на следующий аккорд. Это аккорд А. Я тебе подарил. Видим, да? То есть я успел на одну схему сыграть два аккорда. При этом переходим когда? Играем F. То есть как вниз, вниз, переходим в этот момент вниз, вверх идет. Дальше ставим аккорд А, доигрываем нашу схему. У нас должна пойти уже схема еще раз, и следующий аккорд ставим. Пока ставим следующий аккорд, доигрываем эту схему. Вверх. Ставим следующий аккорд, аккордаем, и опять ее играем, эту схему. Опять переставляем, то есть мы ударим на этот аккорд два раза вниз по схеме. Вниз, вниз. Переставляем. Вниз, вверх. Ставим. Вверх, вверх. Вниз, вверх. Вниз. Дальше переставляем аккорд F. Вверх. Ставим аккорд F. Один удар.
и допиваем половинку себя. Да, конечно, это нелегко, да и схема здесь тяжелая. Поэтому, если у вас будет не получаться, а у многих это будет не получаться, попробуйте вначале просто в плане вокала. Поймите сам ритм. Просто спойте параллельно вместе со мной. Или вот как я сейчас играл медленно, или как же играется на кавере. Затем, все, что я вам объяснял, попробуйте, сыграйте просто, без вокала. Просто играйте вместе со мной, параллельно. Ну и дальше, если у вас все будет получаться, совмещайте игру с вокалом. Так, давайте посмотрим дальше. Дальше второй куплет у нас играется точно так же. А третий куплет у нас уже играется боем. Только бой не такой, а немножко другой, да? Попроще намного. Берем аккорд ДМ. Играем вниз, 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 вверх. То есть мы играем вниз, вниз, вниз еще на, остаемся на аккорде ДМ. Дальше, когда переходим, играем вверх. Опять ставим аккорд. Следующий аккорд. И опять играем эту схему. То, что было забыто, то, что было прошло. Давайте тоже я вам ее сыграю медленно, чтобы было все понятно. То, что было забыто.